Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ. И сейчас я вас хочу сразу всех предупредить, что в данном видосе я не буду выбирать выражения, которыми буду изъясняться. Потому все слабонервные, моралфаги, впечатлительные люди или там просто девушки можете взять и сразу нажать на крестик, вырубить видос, поставить мне дизлайк и написать в комментариях, что вы меня шатали. Так, прошло несколько секунд, я надеюсь, вы это сделали, и мы друг к другу не будем иметь никаких претензий. Далее, определяемся с тем, что мне абсолютно наплевать на любые отмазки касаемо того, что кто-то вышел во время битвы гильдии из гильдии, и это как бы нормальная ситуация, у него там что-то случилось, или он там с кем-то поругался. Сегодня, да, мы будем разговаривать о игроках, и сегодня я вам покажу одного уникума. Далее, что хотелось бы сказать. При любом раскладе выходить во время битвы гильдии из гильдии, это является зашкваром. Абсолютно плевать, с кем ты там поругался, тебя обосрали, ты кого-то обоссал, еще что-либо случилось, не знаю, там, хрен его знает. Сука, дождись окончания битвы гильдии, пройди битву гильдии, и тогда шли всех нахрен и выходи, это будет правильно. Во время битвы гильдии, при любом раскладе выходить, делать нельзя. Это зашквар. Ты автоматически превращаешься в какого-нибудь мудака. Вот. Так же самое нельзя выходить за пару часов до начала битвы гильдии, потому что гильдия не сможет тебе найти замену. Нельзя делать кому-то говно, даже если ты с кем-то там поругался. Так что вот так вот. Потому давайте сразу с этим определимся. Кто со мной не согласен, может идти нахрен. Все. Да? Договорились, ребятки? Это во-первых. Во-вторых, я теперь буду иногда пилить видосы и показывать вам некоторых игроков, которые поступают безответственно по отношению к тем гильдиям, куда вступают. То есть выходят во время битвы гильдий. У лидеров топ-гильдии есть определенный черный список этих игроков. Но, к сожалению, он не всегда помогает. И часто по запаре мы все-таки принимаем всяких мудаков в гильдии. И эти же мудаки, так сказать, их как бы ничего не останавливает. Они как творили говно, так и продолжают творить говно. Я решил делать очень по-простому. Теперь игроков, которые будут поступать некрасиво, я их буду показывать, выставлять на всеобщее обозрение, на, так сказать, доску почета в виде моего канала, наверное. Буду показывать их всему серверу. Я надеюсь, возможно, таким образом на поведение некоторых игроков данная вещь повлияет более положительно. Вот. Потому что других вариантов как-то прекратить вот этот вот трэш, который творится, когда люди заходят в гильдию, не проходят битву гильдии или выходят во время битвы гильдии, остановить нельзя. Далее, ну, есть, конечно, там идиоты, которые выходят за пару часов до битвы гильдии, да? Ну, редкостные идиоты. Есть мудаки, которые выходят во время битвы гильдии. Ну, блин, ну есть такие вот мудаки редкостные, ну что поделать. Но есть сказочные долбоебы, и сегодня одного сказочного долбоеба я вам покажу. Так, заходим сюда. Гильдия Диктатура, вы все ее, наверное, знаете. Вот, привет, нужны игроки, бойцы, которые там 2500, 2600, 2700 набивают на битве гильдии, но сейчас разговор не об этом. Перед прошлой битвой гильдии мы по своей тупости и неосторожности, хотя этот ник был для меня знаком, он уже, видать, не первый раз светился в черном списке, но как-то его взяли и приняли. У нас был большой недобор жесткий, мы приняли игрока с надеждой на то, что он нам поможет на битве гильдии. В принципе, все наши ожидания оправдались, и он вышел во время битвы гильдии, да? Ну, как бы, все бы ничего, нас бы никого не бомбануло бы, да, ну, вышел мудак во время битвы гильдии и вышел, ни первый, ни последний, это происходит буквально каждую битву гильдии, и такие ребята есть, ну, как их ребятами называть, вот, ладно, но почему этот чувак сказочный долбоеб? Ну, вот просто, знаете, у меня в чате, когда увидели то, что он кинул заново заявку к нам, нам кто-то сказал, что он, ну, реально сказочный долбоеб. Вы прикиньте, чувак, просто взял и вышел во время битвы гильдии, да? И ему, сука, хватает наглости на следующий день после кулдауна присылать к нам заново заявку, чтобы мы его приняли. Вы прикиньте? Ну я просто, у меня уже, знаете, у меня слов нету. Как такое возможно? Объясните. Игрок лайк, запомните этот ник. Ни в коем случае, никогда
не принимайте его в гильдию. Ни в какую. Даже если в вашей гильдии, не знаю, там 20 человек, и она только развивается. Данный чмошник никаким образом не поможет вам в развитии данной гильдии. Просто. Теперь он прислал мне заявку обратно. Ну хорошо, он хотел вступить обратно в гильдию, наверное. Давайте я его приму. Так, игрок лайк. Где он у нас тут? Онлайн, не онлайн? Давай посмотрим. А, к сожалению, он у нас не онлайн. Ну ладно, ну что поделать. И я не знаю, каким образом его наказать. Ну, я его принял, я его кикну, короче. Подожди, его я кикаю? Да, этого другого кикну сейчас случайно. Я его кикаю, пускай, сука, сутки еще погуляет. И вы, ребята, если этот чувак вам присылает заявку в гильдию, принимайте его и сразу спокойно кикайте. Вот с такими игроками нужно поступать именно так. И привет передавайте, если вам будет нетрудно. В принципе, на этом все. Я буду стараться вам и дальше показывать некоторых игроков из разных гильдий, которые подставляют свои гильдии и выходят во время битвы гильдий. Возможно, если благодаря моим неадекватным видосам, в которых будет присутствовать нецензурная речь, один из таких вот додиков в следующий раз, перед тем, как выйти во время битвы гильдии из гильдии, задумается, чем для него это может обернуться. Может быть, он поменяет свое отношение к людям, с кем он играет. То уже будет неплохо. Даже если хотя бы один возьмет и, блин, не передумает, не будет выходить во время битвы гильдии. Ну, в принципе, на этом все. Ну, реально, ну, чувак сказочный долбоеб. У меня других слов нету. Извините за такой негатив, который я сегодня на вас вылил. Извините за, так сказать, можно, беспонтовый базар. Но, ну, меня бомбит. Я не знаю, я уже, ну, как бы, у меня давно гильдия. И, как бы, являюсь лидером. И, знаете... Просто сейчас вот так вот меня уже вот такие вот ситуации, такие вот игроки вот уже до сюда доходят. И я просто порой не понимаю, каким образом они руководствуются. Вот каким образом, ну, чем они руководствуются, когда так поступают, я абсолютно не понимаю. У меня единственный вывод, они просто сказочные долбоебы. На этом все, я вам пожелаю, как всегда, огромнейшей удачи, унижайте, доминируйте. Всем пока, с вами был Неадекват. Чао.